Всем привет, вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вы увидите новые и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Ультразвуковая ванна является многофункциональным прибором, незаменимым как для автомобилистов, так и в быту. С ее помощью легко проводить очистку форсунок, а также бытовых изделий, если это допускается производителем. Частота 42 тысячи Гц, объем бака из нержавеющей стали 0,7 литра, мощность ультразвука 35 Вт, напряжение 220-240 Вт. Для выбора режимов и длительности обработки используется цифровая панель с экраном. Комплект поставки – компактная ультразвуковая ванна. Значительно облегчить процесс парковки поможет беспроводная система помощи, включающая 4 датчика парковки, передающая сигнал на светодиодный дисплей, устанавливаемый на зеркало заднего вида. Помогает выявить любые препятствия животных, людей и тому подобное. Напряжение 12 вольт, расстояние мониторинга от 20 сантиметров и до 2 метров, сигнал об опасности зуммер, комплект поставки, блок управления, беспроводной дисплей, 4 датчика парковки, крепежные элементы. При заказе укажите желаемый цвет сенсора. Маска сварщика с красивым принтом в виде черепа и языков пламени. Маска имеет фотоэлектрический датчик, который осуществляет функцию автоматического затемнения, подстраиваясь под уровень освещенности в данный момент. Регулируемое крепление маски к голове позволяет подстроить ее под себя. Если вам нужно выполнять различные сварочные работы, то такая маска обязательно вам пригодится. Хороший и качественный сигнал для машины. В правилах дорожного движения оговорено, что эксплуатировать автомобиль с неисправным звуковым сигналом запрещается. Сигнал необходим для предотвращения ДТП. Ваш сигнал может быть исправным, но какой от него толк, если его никто не слышит? Установите этот громкий сигнал, ведь от него зависит безопасность на дороге. В комплекте идут два красивых сигнала в 110 дБ. Есть несколько вариантов расцветки. Работают как от 12, так и от 24 вольт. Поездки по торпеде мобильного телефона или иных необходимых в дороге мелочей раздражают каждого водителя. Устранить эти неприятные моменты помогут коврики на приборную панель, адаптированные под разные модели авто. Изделия легко очищаются, обладают противоскользящими характеристиками, а также защищают панель от солнечных лучей в летнее время. Комплект поставки – один коврик на приборную панель. При заказе укажите модель своего автомобиля, а также иные желаемые характеристики. Накладки на рейлинги или багажник помогут закрепить груз на крыше таким образом, чтобы не поцарапать ни машину, ни ваш груз. Накладки представляют собой вспененный полиэтиленовый материал, который обшит черной непромокаемой тканью. Накладки устанавливаются на рейлинги или багажник с помощью липучек. Длина накладки 59 см, максимальный рекомендуемый вес 20 кг. Мы стали проводить так много своего времени в автомобиле, что без зарядного устройства в салоне авто становится просто неудобно. Это зарядное устройство в прикуриватель отличается от других тем, что оно не просто позволяет подключить кабель в разъем, но и само имеет кабель, который вставляется в телефон. Поэтому вам больше не понадобится отдельный провод, чтобы заряжать гаджет. Зарядное имеет цветовой индикатор и дополнительный разъем USB. На выбор есть micro-USB, Lightning и Type-C, так что выбирайте нужный вам разъем. Отправляясь в дальнюю дорогу, непременно захочется перекусить в пути. Сделать этот процесс удобнее поможет небольшой столик, который закрепляется на рулевом колесе. Стол имеет подстаканник и бортики по краям, чтобы ваша еда не упала. Размер стола 42,5 на 28,5 см. Выполнен из черного прочного ABS пластика. Помимо приема пищи, на стол можно поставить ноутбук или заполнять на нем документы. Комплект инструментов для ремонта лобового стекла по достоинству оценят владельцы грузовых и легковых авто, мотоциклов, катеров и иных транспортных средств. Прибор имеет вакуумную фиксацию, благодаря которой клей проникает под давлением в трещины на стекле максимально глубоко, полностью их заполняя. Комплект поставки – основной прибор, 2 мл полимерного клея, шприц для закачки клея, 5 листов пленки и лезвие. Пресс-клещи для обжима. Ручной гидравлический пресс для профессиональной опрессовки шестигранником кабельных наконечников и гильз сечением от 4 до 70 квадратных миллиметров включительно. Максимальное рабочее давление 8 тонн. Максимальный рабочий ход 10 миллиметров. Вес 1 кг 600 граммов.
Универсальный резиновый спойлер может устанавливаться на любые модели автомобилей, придавая им спортивный и агрессивный вид. Для установки на багажник достаточно очистить поверхность от загрязнений и влаги, отклеить двустороннюю ленту и приложить к багажнику. Место установки не рекомендуется в течение 72 часов подвергать воздействию влаги. Комплект поставки – универсальный резиновый спойлер длиной 1,5 метра. Насадка для запайки пластиковых бамперов значительно облегчает процесс ремонта, может использоваться для сварки поликарбонатов, ПВХ и других материалов. Имеет три технологических отверстия для установки на нагревательный элемент, для подачи пластиковой заготовки и для укладки разогретого пластика на требующее ремонта изделие. Комплект поставки – одна насадка для пайки пластиковых бамперов и иных изделий. Самоклеющиеся пленки сегодня широко используются для декорирования автомобилей, жилых, офисных и иных помещений. Предлагаемый комплект значительно облегчит работу по поклейке тонированной и иной пленки, включает пластиковую лопатку для разглаживания пленки, два вида отрезных ножей и дополнительное лезвие. Поездка зимой начинается не только с прогрева двигателя, но и с неприятной посадки на холодное сиденье. Сделать поездку более приятной помогут накладки на сиденье с подогревом, которым для набора комфортной температуры необходимо пара минут. Источник питания – бортовая сеть 12 вольт. Универсальное изделие может устанавливаться на большинство моделей автомобильных кресел. Комплект поставки – одна накладка на автомобильное кресло с подогревом. От давления в шинах зависит многое. Это и расход топлива, и степень сцепления с дорогой, и эффективность торможения, и многое другое. Для того, чтобы каждый раз не бегать вокруг машины с манометром, но при этом быть уверенным в уровне давления в колесах, можно установить специальные колпачки на ниппели. Колпачки имеют цветовую индикацию, которая показывает состояние давления. Норма, ниже нормы и критичное давление. Подходят для всех авто. В комплекте идут 4 колпачка. Надоели ржавые старые болты на номерном знаке, которые портят вид автомобиля? Попробуйте эти болты с логотипом, чтобы исправить ситуацию. Вы можете выбрать логотип своей марки из большого количества эмблем. Если не хотите, чтобы на болте был значок вашего авто, то можете выбрать, например, флаг страны или просто прикольный смайлик, тем более, что ассортимент действительно не маленький. В комплекте идут 4 болта. Автомобильная лебедка поможет вытащить свой либо другой автомобиль из любой грязи, песка и снега. Электрическая лебедка рассчитана на работу с бортовыми сетями 12 и 24 вольта, может устанавливаться на внедорожники, грузовые автомобили и иные транспортные средства. Предлагаются комплекты из стальной либо синтетической лебедки. При заказе необходимо учитывать вес своего автомобиля для правильного выбора лебедки. Данная модель рассчитана на 5 тонн, может управляться с пульта дистанционного управления. Дополнительные автомобильные зеркала слепых зон устанавливаются на обычном боковом зеркале. Регулируемый угол наклона и обзора зеркала поможет водителю настроить обзор индивидуально под себя. Простое крепление позволит провести монтаж зеркала быстро и без дополнительных усилий. Универсальный дизайн зеркала впишется в интерьер автомобиля. Они повышают безопасность на дороге и помогают предотвратить возможные несчастные случаи. Графитовая смазка применяется для смазывания болтов, гаек, резьбы, замков, петель и многого другого. Она помогает предотвратить замерзание замков дверей в зимние морозы, поэтому, смазав предварительно нужные узлы в автомобиле, вам не придется однажды утром искать размораживатель. Графитовая смазка отлично препятствует прикипанию креплений. Во время ремонта ей рекомендуется смазывать резьбу, чтобы в следующий раз открутить гайку без лишних проблем. В тюбике 60 мл смазки. В комплекте идет удобный колпачок для дозированного нанесения. Распространенная проблема двигателей внутреннего сгорания летом – это перегрев. Моторы греются от нагрузки, пробок, некачественного топлива, антифриза и еще от много чего. Чтобы в случае поломки точно знать, какая температура охлаждающей жидкости в радиаторе, используйте крышку с термометром. Шкала датчика размечена до 200 градусов, с красной зоной от 80. Вы можете выбрать крышку с необходимым уровнем давления – 0,9, 1,1 и 1,3 бар. Штатная магнитола ВАК.
которая устанавливается на автомобили Audi, Skoda, Volkswagen и прочие. Размер магнитолы стандартный – 215 на 180 на 130 мм. Устройство имеет поддержку Bluetooth, AUX и SD-карту. Из приятного бонуса хочу отметить режим «Свободные руки». Можно через Bluetooth подключить телефон к магнитоле и разговаривать по громкой связи. Посылка включает в себя магнитолу, адаптер антенны и адаптер камеры заднего вида. На моделях авто до 2009 года выпуска может не поддерживаться управление на руле. Для этого потребуется докупить адаптер. Если вы любите ездить на велосипеде и хотели бы взять его в автомобильное путешествие, а в багажник вашей машины он не помещается, не расстраивайтесь. Вы можете закрепить свой велосипед на крыше автомобиля. Багажник устанавливается в заводские пазы на крыше. Длина изделия составляет 150 см. Багажник изготовлен из металла и пластика. Крепление способно выдерживать вес до 45 кг, поэтому может выдержать любой велосипед. Рекомендованная скорость движения с этим багажником – 80 км в час. Намагничиватель-размагничиватель инструмента. Бывает, откручиваешь небольшой болт в труднодоступном месте автомобиля, и вдруг он откручивается и падает куда-то далеко в необозримое пространство. В этот момент думаешь, а ведь как хорошо было бы, если бы отвертка была намагниченной. Для этого и создано такое приспособление, чтобы намагничивать подручный инструмент. Намагничиватель имеет вес 107 граммов. Он позволяет не только намагничивать, но и размагничивать инструмент обратно, если по какой-то причине вам это понадобилось. Для этих двух действий в приспособлении есть отверстия, которые так и подписаны. Морозная зима – настоящее испытание для аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Если АКБ будет ночевать на морозе не один день, есть риск, что его заряда уже не хватит, чтобы обеспечить запуск двигателя. В такой ситуации нужно идти просить соседа прикурить. Тут и пригодятся провода для прикуривания. Многожильные медные провода в мягкой толстой резиновой оплетке не задубеют на морозе и не расплавятся в жару. Крокодилы тоже имеют свою изоляцию. На выбор можно выбрать 2 или 3 метра длины и до 1800 ампер потоку. Акустический кабель – необходимый компонент любой аудиосистемы. Потери тока на акустическом проводе приводят к нечеткому басу, размытому звуку, потере детальности воспроизведения. Одним из самых простых способов для улучшения звука в машине, помимо замены акустики, является замена акустических кабелей. Поэтому при замене штатной акустики или при установке аудиосистемы на автомобиль необходимо заменить штатную проводку автомобиля на качественные акустические провода. Предлагаемые акустические кабели могут использоваться для подключения штатных и дополнительных аудиосистем вашего авто в домашних кинотеатрах и иных мультимедийных системах. При заказе указывайте желаемую длину и характеристики акустического кабеля. Если возникла необходимость заменить вышедшие из строя элементы освещения приборной панели или просто хочется сделать ее индивидуальной, отличным решением станут светодиодные лампы. Подсветка предлагается в 7 разных цветах, светодиоды уже укомплектованы патронами, оборудование легко монтируется, является универсальным, то есть у него есть возможность установки на любые модели авто разных производителей и отличается низким энергопотреблением. Пластиковые клеммы используются для быстрого и безопасного соединения проводов, они исключают риски их разъединения и нагрева контактов. Комплект поставки включает 30 белых соединительных фиксаторов размером 20 на 17,5 и на 13,5 мм. Миниатюрный токарный станок предназначен для использования в сфере металлообработки. Пригодится в мини-мастерской автомобилиста, например, в гараже. Детали станка сделаны из качественного металла, надежно соединены с корпусом. Мощность двигателя составляет 24 Вт, а скорость вращения 20 000 оборотов в минуту. Можно работать с материалом, который не превышает 135 мм в длину и 20 мм в ширину. По размерам компактный, управление простое, устойчив на любой поверхности. Недорогие, но качественные бескаркасные дворники из натурального каучука предлагаются в ассортименте размеров от 14 до 26 дюймов. Могут устанавливаться на большинство транспортных средств, имеющих стандартное крепление дворников. К достоинствам изделия относят длительный срок эксплуатации, а также отличные показатели очистки, плотное прилегание к стеклу без повреждения поверхности. Гибкая конструкция не нарушает аэродинамических характеристик автомобиля.
Сегодня сложно себе представить безопасность на дороге без видеорегистратора. Это устройство, как свидетель, выручает в любой критической ситуации. Данный регистратор записывает не только события впереди авто, но и в салоне, захватывая обзор из боковых и заднего стекла. Очень высокое качество записи и множество функций, таких как штамп времени и даты, GPS-отслеживание, датчик удара, датчик движения и так далее. А когда закончится память, регистратор сам удалит старое видео, чтобы записать новые. Питается он от прикуривателя. С плохим изображением во внешних зеркалах заднего вида сталкивался каждый автолюбитель. Особенно актуальна эта проблема осенью и зимой. Решить эти проблемы поможет предлагаемый комплект для подогрева зеркал. В него входят два нагревательных элемента, питающихся от бортовой сети 12 вольт, двусторонний скотч и кнопка включения. Чтобы установить подогрев, достаточно демонтировать зеркало из крепления, наклеить нагревательный элемент, подключить кабель и собрать зеркало. Матрас в машину позволяет отдохнуть на заднем сидении во время долгого путешествия с семьей, создав в вашем авто дополнительное спальное место. Его легко надуть с помощью небольшого насоса, который идет в комплекте. Он подходит для 95% моделей авто. Кроме этого, матрас сделан из качественного материала, он мягкий, легко отмывается с помощью обычной воды. В сложенном виде надувной матрас не занимает много места, он может выдержать 400 кг веса, поэтому на нем легко могут спать два человека одновременно. Универсальный набор автомобилиста порадует многих водителей. Всего в комплектации 111 различных инструментов, куда входят молоток, шестигранные ключи, плоскогубцы, ножи, гаечные ключи и так далее. Это значит, что никакая поломка теперь не страшна. Отремонтировать машину можно практически сразу. Все инструменты из набора бренда Work Pro имеют удобные ручки, которые не скользят и не давят на руки. Корпус сделан из хромированной стали и защищен от коррозии. Удобная коробка для хранения всего набора легко складывается и помещается в багажник. Автомобильный преобразователь с 12 в 220 вольт мощностью 2000 ватт – это розетка, которая так необходима в различных условиях, где нет источника питания – на даче, в гараже, в автомобильных путешествиях и так далее. Преобразователь создан специально для питания различных устройств мощностью не более 2000 ватт – мобильный телефон, фотоаппарат, ноутбук, электроинструмент, телевизор и другое – от бортовой сети автомобиля 12 вольт. Достаточно лишь подключить инвертор в разъем прикуривателя или напрямую к аккумуляторной батарее и пользоваться им как обычной розеткой. Преобразователь имеет элемент принудительного охлаждения, что защищает его от перегрева. Если мощность подключенного прибора превышает допустимую, то инвертор не включится и издаст звуковой сигнал, предупреждающий о превышении нагрузки. Магазин предлагает широкий выбор ручек коробок передач. Изделия выполнены в разной форме, цвете и фактуре с разметкой на 5 и 6 передач. Ручки отличаются оригинальным видом, удобством и долговечностью. При заказе рекомендуется указывать модель вашего автомобиля. Очень полезным аксессуаром, особенно для автомехаников-сварщиков, станет магнитный уголок для сварки. Угольники для сварки надежно удерживают материал и помогают точно и быстро выполнить сварочные работы. Сварочный уголок, в зависимости от выбранной вами модели, выдерживает вес от 11 кг для легких конструкций и до 34 кг для сварки тяжелых деталей. Экстракторы подшипников с обратным молотком. Съемник предназначен для демонтажа подшипников различных типов. В комплекте 8 экстракторов разных размеров и обратный молоток с Т-образной ручкой. Перед использованием накрутите экстрактор подходящего размера на съемник, затем вставьте экстрактор через отверстие в подшипник. Закручивайте гайку съемника для раскрытия экстрактора. За счет скользящего молотка можно вытянуть подшипник за несколько ударов, не повредив его. Инструмент изготовлен из прочной стали, поставляется в аккуратном чемоданчике красного или синего цвета. При ремонте автомобилей, трубопроводов или иных конструкций и механизмов возникает необходимость визуального осмотра состояния труднодоступных мест. Использование USB-эндоскопа позволяет получать качественное изображение на экране вашего смартфона. Для использования необходима установка специального приложения и поддержка функции OTG. Комплект поставки включает USB-эндоскоп длиной 5 метров в пыли и водозащитной оболочке с камерой 0,3 мегапикселя и 6 светодиодными источниками света.
Самоклеющаяся теплоизоляционная лента – это 5 метров 5-сантиметровой ленты для вашего подкапотного пространства. Она используется в тюнинге автомобилей для обмотки пайпингов, турбин и каналов подачи воздуха, чтобы обеспечить нужный температурный режим элементов. Лента имеет яркий золотистый цвет, поэтому выделит ваш моторный отсек из серой массы. Выдерживает температуру до 590 градусов по Цельсию. Зеркало заднего вида со встроенным монитором и камерой. Такое решение всегда является простым и бюджетным, поскольку не требуется замена заводской магнитолы и не требуется установка дополнительного экрана, загораживающего обзор. При этом вид салона не меняется, а повышается безопасность управления автомобилем. Зеркало имеет широкий диапазон рабочих температур от минус 40 и до плюс 80 градусов по Цельсию, что очень важно для эксплуатации в автомобиле. Автоматическое включение происходит при начале парковки, при включении передачи заднего хода. Универсальный центральный замок легко монтируется на автомобиле любых моделей и производителей. Комплект включает два дистанционных ключа, блок управления, кабели, крепежи и иные необходимые комплектующие. Позволяет блокировать, разблокировать авто без использования ключа, контроллер обеспечивает быстрый отклик. Установка системы может проводиться как самостоятельно, так и в специализированных сервисах. USB-накопитель из металла пригодится каждому автомобилисту. Данная флешка удобна для прослушивания музыки на своей магнитоле, за счет компактного размера исключается возможность ее случайно задеть. А то бывают случаи, когда кто-то задевает флешку в магнитоле, в итоге и флешка приходит в негодность, и зачастую разъем тоже. По размеру USB-накопитель меньше монеты. Скорость чтения составляет 12-18 МБ в секунду, а скорость записи 4-6 МБ в секунду. Может стать прекрасным подарком в качестве брелока на автомобильные ключи. Подсветка подстаканника не только придаст оригинальность салону вашего авто, но и поможет выделить при ночных поездках необходимую зону салона. Оборудование заряжается от бортовой сети, монтаж заключается в помещении его в штатный подстаканник, дополнительные возможности, самостоятельный выбор цвета подсветки, а также возможность установки в любом месте салона. На этом все, а теперь конкурс. Я разыграю $10 на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 1000 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Результат конкурса в группе ВК и на моем втором YouTube-канале. Вся подробная информация находится в описании.